Для безопасного голосования граждан в Дагестан поступили различные средства индивидуальной защиты. Пластиковый экран для лиц, одноразовые маски, перчатки, халаты, антисептические средства и многое другое. В ближайшее время все это поступит в участковые избирательные комиссии республики. Чтобы исключить риск для здоровья граждан, в помещениях для голосования будет проводиться регулярная санитарная обработка. При входе в участок будет проводиться температурный контроль. Процесс голосования будет организован таким образом, чтобы развести потоки голосующих на выходе и входе, а также обеспечить соблюдение социальной дистанции между членами избирательной комиссии, участниками голосования.